Так, всем привет, с вами я, Максим, PlayzGamer TV, и сегодня я буду играть в игру Free Fire. Ну да, эта игра очень крутая. Ну, я постараюсь затащить эту катку, потому что я уже в Free Fire играл очень давно, и только что чуть-чуть поиграл, ну и увидел сильные изменения, которые появились, пока я не играл в эту игру. Например, если ты появились шины, если ты около них станешь и поедешь, тогда ты взлетишь в небо. У них небо выше пальмы. Ну, короче, вот. Можем открыть карту. И ну здесь просто здесь может быть квадроцикл. Самая лучшая тактика это на когда только появится знак вот этот вот. И надо спрыгивать. И надо лететь прямо на дам, потому что там есть куча всяких машин. Ну, конечно, там есть машины. Только почему я не в дам лечу? Сейчас. Вот так. Речку перелететь. Ну, не перелетели, ну и что? Давайте слутаем пока. Сразу слим второго уровня и пистолет. Нормальное начало. М10, дудло. Ну, сонь, дудло. Вот такое. Пойду следующий домик обмотаю. Он здесь есть бронежилет, я его надену. Дробовик мне не надо, хотя у меня и... Да, я все-таки взял для дробовика патроны. Так, шлем первого уровня и рукоятку возьму. СКС, патроны. Ну, взял, короче, патроны. Так, здесь можно, если пойдешь к окну, у тебя появится... смотрите на знак прыжок, и вот... Подойдешь к окну, и тебе вот это появится. Не знаю, с чем это связано. Но я вроде бы беру чувака, который стоит на дамбе. И он очень близко около меня. И я его, возможно, сейчас увижу. Стоп. А вот он. Так, я его убил. Сзади еще кто-то, вот здесь кто-то и был. Вот здесь реально кто-то был. Я пока возьму лутбокс. Зло надену. Чувака вижу, который вроде бы целится у меня со снайперки. И он потихоньку умирает почему-то. Такс. Жесткий ПВП. Такс, это был Рагдам. Он вроде бы хорошее оружие. Такс, он сильно коцан, так что можно его со спины убить. Блин. Эмблак возьму для дробовик, до аптечка, все. Ах, тот стрельнул. Пистолета хотел его убить. Ну да, нам дали 29 монет и новый уровень.
Да, нам дали новый уровень. Сейчас я вам покажу это. Да, дали 200 золота. Чё? Знаете, давайте еще одну боя сыграем. Давайте откроем кейс, нажимаем магазин, нажимаем лутбоксы, нажимаем бронзовый ящик, покупаем. И нам выпадает штаны черные 3D. Вот это я возьму себе на скин. Всего лишь на 2 дня, но, блин, мой скин так топовым стал. Из-за халявы. Ну, не доната. Ну, короче, давайте нажмем на паузу. Вот я уже нашел место. То, что мы были, наверное. Так что давайте сейчас быстро спустимся и залутаем то самое место. Говорят, это самое место, это около ранчо и заставы. Я буду на крыше дома. Не знаю, что мне это поможет, но я побегу сюда. Возьму гранату. Вот это я пока не буду брать. Но. А почему здесь... А, вот оружие какое-то. Это дробушет. Опа. Это нож. У меня нож. Блин, мне надо реально оружие какое-то. У меня нету оружия. А, вот мешок и потом автомат. Но у меня нет автомата. У меня вообще нету оружия никакого, кроме моего меча, который был кулаком. Это тоже, в принципе, хорошее оружие, но не для дальнего боя. Давайте залезем вот это вот здание. Быстренько, и украдем печку. Шваль. Я не знаю, такой плохой лут. Хотя зачем мне мачет? Здесь все равно же нельзя добывать. Пойду далее за машиной. Прям вот здесь. Там враг. Хотя нет, нет, я не буду с ним полупасть. Я поеду лучше. Ха, я угнал от него. Блин. А где он? А, вон он. Я его сейчас бью, и он умрет. Чувак. Так, он улетел. Я его убил. Что? Он вроде бы в небе умер. Покинуть авто. Хотя не, он не в небе сдох. Да блин, я не вижу оружия. Вот патроны у меня куча, но мне оружие нужны. И у меня еще мачет есть. Ну вот, короче, мы убежали. Сейчас машину только найду. Мы поедем на ней. Надо найти ее. А, вот. Ловить машину. Ну, давайте поедем куда-то. Вот в деревню поедем. На карте.
Так, вот здесь что-то есть. Надо забрать. Так, фу, оружие. Так, аптечка. О, пистолет. Сейчас надо еще что-то найти. Ну, поедем дальше. Так, там дрон летает. Вон. Давайте сюда поедем. Вот здесь должны быть еще 21 живой. Так, не моя жизнь. Нет. Ну это просто дело назад. Ну давайте зайдем в бой еще один. Ну вот, короче, я начал игру заново, ну, и убил уже первого чувака, у которого был бронежилет и ПС. Ну, короче, мы убили одного чувака, так что, ну, только что убили. Жаль, что вы это не видели, но я его убил. Вот давайте сейчас. Вот здесь враг. Кто? А, вижу вон. Почему я не могу перелезть? Вот. Смотри, смотри, смотри. Рукоятка. Ну, в принципе, круто мы залутались. Я сейчас в центре карты. Мне надо еще пойти на центр, хотя на центр не обязательно идти, а вот новый рюкзачок я хочу. Ну, гранату я тоже хочу, у меня их две. И их запускать очень легко. Так, надо найти. Там я вижу цель, которую нельзя просто. Ай, дамажит, дамажит, больно. Где кто? Кто? Где? Кто там, блядь, сзади? Того там. Так. А вон он. Стоп, а где он? За деревом что ли замычкался? Нет. Ну я не знаю, где он. Я уже все обыскал. Он просто вышел, наверное. Из игры вы видели, что он был, но и вообще нет. Ну, вот, короче, давайте на этом серию заканчивать. С вами был я, Максим, Playvideo Gamer TV. И игра Free Fire. Ну, короче, давайте заканчивать. Всем пока!